Привет всем! Сегодня мы приготовим для вас вкуснейший плов! Итак, ребята, какие продукты нам понадобятся для приготовления плова? Мясо. Пропаренный рис. Морковь. И чеснок. И обязательно лук. Я буду резать мясо, а ты режь морковку. Ладно. Приступаем. Мясо и морковки должно быть поровну. У нас есть вот такая вот чудовая колеса. Она режет лук. Все обращаем, ставь казан на плиту. Сейчас мы будем обжаривать мясо. Вместе с отваром? Мясо закидываем в хорошо разогретый казан. Масла добавлять не надо. Забыл сказать, вот кусочки должны примерно вот такого размера быть. Необходимо посолить мясо, накрыть крышкой и потомить 30 минут. И тогда будет мясо таять во рту. Очень вкусно будет. Наше мясо пропарилось. Теперь оно очень мягкое. Сейчас я положу лук. Обжарился до золотого цвета, добавляем морковь. Наливаем горячей воды примерно выше на 2 пальца, чтобы закрывало нашу зажарку. Через 10 минут наш бульон должен стать насыщенным и ароматным. Не забудьте добавить чеснок. Прошло 10 минут. Я промыл трижды под холодной водой рис. Надо его выложить равномерно в казан. Бульон выпарился. Нам надо сделать до дна вот такие проколы. Теперь закрываем крышкой, ставим на самый маленький огонь и засекаем 15 минут. 15 минут прошло, выключаем огонь, открываем, мешаем. Запах шикарнейший. Это просто чудо. Закрываем крышкой и даем еще стоять. А когда плов готовят, я хочу сделать салат. Называется он Ала-чук-чук. Наконец-то приготовили. Здесь вкусно. Сейчас попробуем. Мясо тает во рту, какое оно вкусное, вообще аромат вкуснейший.
какой рис. Это просто космос. Приятного аппетита! Оставайтесь с нами. Мы будем вас радовать новыми вкуснейшими блюдами.